В Крыму состоятся соревнования за Кубок России по подводному спорту. Они будут проходить с 3 по 14 июля в Севастополе. Поехать туда готовятся и спортсмены от Саратовской области. В составе команды 8 воспитанников Балаковского отделения областной школы по водным видам спорта. О других спортивных событиях региона расскажет Александр Филин. Спасибо, Елена. Кубок Тургояка уехал из Миаса в Саратов. С 20 по 23 июня в городе Миасе Челябинской области прошел юбилейный открытый чемпионат по парусному спорту. В матчевых гонках на Кубок Тургояка приняли участие спортсмены из Москвы, Саратова, Снежинска и Миаса. За Саратовскую область на соревнованиях выступали два экипажа Одесской юношеской спортивной школы «Надежда Губернии». В результате один из экипажей занял 5-е место, другой – 1-е. Он и привез в Саратов кубок. В Саратовской области прошла гонка в рамках личного чемпионата России по спидвею. Накануне на стадионе «Труд» в городе Балаково состоялся второй этап полуфинала личного чемпионата России по спидвею на гаревой дорожке в классе 500 кубических сантиметров. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов, в том числе 5 балаковцев. По результату заезда в финал личного чемпионата России вышли трое спортсменов. Они попали в десятку и заняли 3-е, 4-е и 6-е место. Финал личного чемпионата России пройдет 5 сентября в Башкортостане, городе Салават. В Саратове завершился этап летнего первенства по теннису. Соревнования проходили с 23 по 25 июня на базе спортивного клуба «Заря». В них приняли участие юноши и девушки до 14 лет. По итогам соревнований у юношей победу одержал Генрих Рысев, второе место занял Денис Пряшников, 3-е – Илья Рохман. У девушек победу одержала Мария Тарасова, серебро завоевала Дарья Пролеткина, бронзу – Мария Быковская. Победители и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами. Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели спортивной школы Олимпийского резерва «Олимпийские ракетки». На этом у меня все. Увидимся в следующем выпуске «Спорт обзора». Спасибо, Александр.